Ну, открылись, познакомились, ощутили атмосферу. И полностью вот сейчас буквально приступаем к работе. Я с большим нетерпением жду вообще фильмов. Я люблю короткометражное кино. Мне друзья периодически записывают по 3 DVD короткометражных фильмов. И я люблю, когда коротко, емко, когда образность совсем другая, нежели у большого кино. Короткометражка – это ты там уже не будешь лишний раз эстетствовать, только суть. И, грубо говоря, я буду подходить прежде всего с точки зрения драматургии к процессу. Ну, рассматривать, искать драматургию в этом короткометражном кино. Поэзия, она сама по себе драматургична за счет того, что срифмованная суть, она дает образность уже, и тебе не надо показывать лишний раз эту образность. И одним словом ты можешь там бросить больше красок. Ну, это... Кино тоже языки, приемы. Это сама по себе кино – это такая поэзия образов, можно сказать. Да? Потому что ты можешь показать там героя крупно лицо, как он сидит, думает, а можешь показать, как он пальцем по столу стучит в этот момент. Все от того, что ты на чем концентрируешься. Кино – такая форма, где можно рассказывать и показывать, а можно рассказывать, показывая, и показывать, рассказывая. Ну вот мы вчера-то еще толком ничего не смотрели, самих-то конкурсная программа только сейчас начинается, и мое ощущение того, что что-то должно произойти, я для себя лично хочу какие-то новые имена увидеть, услышать. Мне интересно, я с нетерпением прям...